13 сентября вооруженные силы Азербайджана начали обстрел суверенной территории Армении, в частности районы Сюника, Ваядзора и Гигаркуника. Коренному населению известна причина данного конфликта, но что об этом думают те, кто относительно недавно приехал в Армению? Узнаем об этом у русских туристов. Откуда вы приехали? Из Петербурга. Как вам в Армении? Пока что мы не понимаем, но в целом мы проснулись счастливыми. Почему? Нам вчера удалось уехать. В общем. А не страшно здесь все-таки азербайджанская агрессия? Нет, мы ее не ощутили ни разу. У меня есть немножко такой момент, что мне немного стыдно почему-то. Пока не могу сказать почему. Но мы буквально 2 часа на улице только, поэтому не могу сказать. А в целом ощущение? В целом ощущение не совсем понятное, потому что пока что не понимается идентификация какая-то местная. Вот мы шли, тут стоит Волга, например. И есть ощущение, что мы не... Ну, и сталинские постройки. Есть ощущение, что мы где-то немножко в России, но не совсем в России, что-то не очень понятно. А откуда вы приехали? Из Москвы. И как вам в Армении? Очень нравится. А что уже успели увидеть? Пока что ничего, просто первые дни я стараюсь обжиться просто. А как ощущения? Первое ощущение свободности, свободные. Второе – это люди, то, что доброжелательные, всегда хотят пытаются помочь. И третье, не знаю, просто приятное чувство, то, что сюда приехал, и как-то сразу напряжение все это ушло. Понимаем, какое напряжение идет речь, а вам не страшно из-за того, что происходит азербайджанская агрессия? Как вы считаете, насколько это может быть опасно? Конечно, я насчет этого знаю и переживаю тоже. Я думаю, что это, наверное, может быть опасно, но если говорить конкретно за эту ситуацию, то, мне кажется, она немного другая. И поэтому, я имею в виду, что в данной ситуации, наверное, меньше людей уехало бы. Вот, наверное, вот так, потому что совсем другие причины. Как вам в Армении? Приятно, интересный колорит, вкусная еда, очень нравится. Ощущение спокойствия и безопасности есть? Да, есть ощущение спокойствия такое, по сравнению особенно с Москвой, с ее безумными толпами людей, все намного приятнее и интереснее, конечно. А нету страха из-за азербайджанской агрессии? Пока я его не ощущал, то есть, наверное, я просто избегаю центральных улиц и пока что осваиваюсь, буквально несколько дней здесь. В Армении достаточно приятно, здесь очень много людей из IT, я постоянно встречаю каких-то знакомых на улице, вот, и каждый день какие-то мероприятия. В общем, очень такая дружелюбная атмосфера. А нету страха по поводу азербайджанской агрессии? Конечно, есть напряженность некоторая, вот, и особенно, когда в России такое происходит, ты приезжаешь сюда, и здесь тоже есть какой-то риск, это немножко напрягает. Вы приехали? Из Москвы. Как вам в Армении? Мне нравится гостеприимство. Всех армян, которые здесь живут, очень классно. И, мне нравится, погода отличная, да. А по атмосфере? По атмосфере, за счет местных жителей чувствуется дружелюбие. Поэтому все классно. А нету страха из-за азербайджанской агрессии? У меня есть друг в Армении очень хороший, я с ним по этому поводу разговариваю. Конечно, он говорит, что есть какая-то фоновая напряженность, но на мне, как там, на пока что как минимум туристе, это не особо сказывается. А вы долго уже в Армении? Я в Армении не так давно, но я летом еще у вас был почти 3 месяца. Да. Вы здесь работаете? Я работаю на российскую компанию, которая здесь зарегистрирована.